пропавший Джигарханян объявился. Народный артист превращается в затворника. Пока бывшая жена Армена Джигарханяна, Виталина Цымбалюк-Романовская, развлекается с новым любимым Прохором Шаляпиным, сам мэтр отечественного кино продолжает лечиться. Артист, таинственно исчезнувший в начале зимы 2018-го, внезапно объявился. Правда, сделал он это весьма необычным способом. Весточку от Джигарханяна получил заведующий труппой его театра Вячеслав Диченко. Он рассказал, что режиссер сам связался с ним по телефону. В разговоре Армен Борисович заверил, что ему уже лучше, но пока он по-прежнему поживет в санатории. При этом народный артист подчеркнул, что находится в полном здравии и надеется вернуться в Москву для того, чтобы выступить на сцене своего любимого театра. При этом, когда именно Армен Борисович появится в столице, неизвестно, равно как и то, что сейчас происходит в жизни великого актера. В СМИ то и дело появляются статьи с заголовками, что Джигарханян находится при смерти. Однако официальной информации, увы, нет. Зато много новостных поводов дает бывшая супруга Джигарханяна. Она то и дело подогревает интерес к своей персоне, публикуя специфические снимки и участвуя в ток-шоу Андрея Малахова. Здоровье Армена Борисовича сильно пошатнулось после скандального развода с пианисткой Цымбалюк-Романовской. Также Джигарханяну пришлось в суде отстаивать свою честь и достоинство, а также право на неприкосновенность частной жизни. Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки и дизлайки. Пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!